Кампания по уборке урожая в регионе выполнена на 17%, сообщили нам сегодня в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Какие культуры выросли и что же успели собрать? Давайте посмотрим вместе. Итак, начнем с картофеля. Во многих подсобных хозяйствах сбор его уже закончен, а вот в промышленных масштабах уборка только начинается. А сейчас она выполнена всего на 15%. Давайте вспомним, что 1 гектар равен размеру 1 футбольного поля плюс 3 теннисных корта. Так вот, с такого участка в области сейчас собирают 288 центнеров картофеля. Результат выше прошлогоднего. А вот овощей открытого грунта, свеклы, капусты, моркови, баклажанов, гороха с 1 гектара собирают 300 центнеров. Их уборка завершена на 17%. Круглый год в теплицах растут овощи так называемого закрытого грунта. 60 килограммов зелени и огурцов собирают в Ярославской области с 1 квадратного метра. Пока итоги сбора урожая подводить рано, но самое время взглянуть на кукурузные поля. Не где-нибудь в Краснодарском крае, а у нас, под Ростовом Великим. А еще рекордный урожай картофеля, свеклы, капусты.